Итак, друзья, у вас опять жимовой кач. Где жим? Качи, начинаем кач. С жима, вот, правильно. 90 килограмм. Странно, не понял, тяжело мне было или легко 90 килограмм сделать. Итак, продолжаем. Теперь у нас на штанге 80 килограмм. Мой идеальный вес. Не помню, как я еще сделал. Потом может посчитать. Поэтому на всякий случай сделал еще раз. Почти поднимал свой идеальный вес 80. Хотя я вешу 84. Но 80 весить не вредно. Хотеть.